Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон LG K11. И сейчас я вам покажу, как выполнить первоначальную настройку этого девайса. Итак, для начала нужно выбрать язык. Видите, первая строчка English United Kingdom у меня стоит. У вас может быть что-то другое, но на первую строчку нужно нажать и листать, пока вы не увидите русский язык, либо же тот, который вам нужен. Выбираем, например, русский и нажимаем на стрелочку вперед. Дальше телефон предлагает нам вставить сим-карту. Можете это сделать на этом этапе, можете сделать это позже. Я нажимаю пропуск, сделаю это позже. Настройка интернет-соединения. Интернет обязательно нужно подключить. Включаем Wi-Fi и подключаемся к сети Wi-Fi, доступной ближайшей. У меня есть сеть без пароля в офисе, поэтому выбираю так и нажимаю далее. И он спрашивает, копировать ли данные с предыдущего устройства, либо же настроить этот телефон как новое устройство. Ну, если покупаем новый телефон, наверное, хотим настроить его как новое устройство, поэтому выбираем второй пункт. Ну вот, мы пришли к практически финальному этапу. Здесь нужно войти в аккаунт Google, ведь это телефон на базе управления системой Android, поэтому обязательно нужно войти в аккаунт Google. Итак, вписывайте свою электронную почту Gmail. Не мою, смотрите, а свою. Да, после того, как вы вписали, собачку gmail.com не обязательно вписывать, просто нажимайте «Далее» и вписывайте пароль, который установлен у вас. После того, как вы ввели пароль, вы увидите вот такой вот экран. Он будет точно таким же. И нужно будет немножко спуститься вниз и нажать «Принимаю». Отлично. Телефон спрашивает сразу, добавлять ли отпечаток пальца. Мы сделаем это позже, чтобы сейчас этот процесс не затягивать. Нажимаем «Далее». Пропустить ли настройку отпечатка пальца. Нажимаем «Пропустить». Резервное копирование, это все, хотите, соглашайтесь. Да, то есть галочки синие, если вы соглашаетесь, серые, если не соглашаетесь. И в самом конце нажимаете на кнопку «Принимаю». То есть обязательно нужно пролистнуть в самый низ, появится кнопка «Принимаю» и нажать на нее. Телефон предлагает сразу же настроить ассистент Google. Ну, можем сделать, почему нет. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Включить». Телефон говорит нам, чтобы мы приняли юридические документы. Европейские, ЕЕА, точно не помню, что это значит, и швейцарские. То есть, что это значит? Это значит, что если вы находитесь в одной из вот этих вот стран, вот этих вот, это значит, что вы должны принять именно европейские правила. Если же вы находитесь там в России, в Украине, тогда нужно нажать вот эти вот вторые правила. Итак, смотрим. Просматривайте, есть ли здесь страна, в которой вы находитесь. Если да, тогда остаетесь здесь. Если нет, тогда нажимайте «Прочее». Я остаюсь на первом пункте. И затем нужно согласиться с юридическими документами, иначе не получится пользоваться устройством. Нажимаем «Готово». Вот, видите, если есть что-то не обязательно, вы можете его не принимать. Вот видите, это обязательно. Политику конфиденциальности нужно принять. Обязательно нужно принять. Вот так вот. Нажимаете «Далее». И вуаля. Вот мы и пришли к моменту истины, когда телефон уже полностью загружен, и им можно пользоваться. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч, ребята.